Головастик обитает в той же экологической нише, что и взрослое животное, но не конкурирует с ним за источники питания. В процессе метаморфоза меняется не только форма тела, но и тип дыхания, тип питания. У ряда форм меняется среда обитания. Идет рост всех заложенных в ходе раннего развития клеточных типов и их обновление. Метаморфоз протекает под контролем гормона щитовидной железы. Головастик растет в течение нескольких месяцев, а позже превращается в лягушку. В этот период идет созревание половых продуктов, и особь становится способной к тому, чтобы дать начало сотням новых жизней. Но этот период не бесконечен. Наступает момент, когда животное теряет способность к размножению, и начинается старение организма. У лягушек, как и у некоторых насекомых, постэмбриональное развитие является непрямым. В отличие от прямого постэмбрионального развития, когда рождающийся организм сходен со взрослым, что имеет место у большинства позвоночных животных. Мы рассмотрели основные этапы развития живого организма. Его движущие силы и механизмы представляют собой одну из важнейших проблем современной генетики и биологии развития.